Оживленные улицы, час пик. 26-летний Юрий Иванов догоняет пьяного водителя. За минуту до этого тот устроил несколько аварий. У меня сразу, как бы, блин, на ходу все. Мне кажется, другого варианта там не было. Просто решил вытащить его из машины. Может, это нагло маленько, конечно, но я не знаю. Мне кажется, с ними по-другому сейчас никак нельзя. Забрал ключи и, ну, попутно вот супруга вызвала ДПС. Было страшно, конечно, муж специально на расстоянии от него держался, чтобы, ну, чтобы избежать, если какое-то столкновение будет. Он 3 раза навстречу выезжал. Ну, очень горжусь своим мужем. Молодец он. За сознательность Юру наградили в местной полиции грамотой и набором автохимии. Парень говорит, что это приятно. Да и друзья теперь звонят каждый день, расспрашивают, как все было. А пьяный лихач уже стал пешеходом. За оставление места дорожно-транспортного происшествия данный гражданин был лишен на год. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения материал находится в суде на рассмотрении. Правда, виноватым себя мужчина не считает. Да и вообще не понимает, что из-за него могли пострадать люди. Уйди отсюда. Чего? Давай иди отсюда. Ничего, засветился на весь белый свет. Я его не обеляю. Я была в шоке. Когда я это узнала, я была в шоке. Но для этого есть правоохранительные органы, и они бы разбирались. Но на весь белый свет, вы знаете, вы видите, что с ним творится? Я его не могу остановить. Кстати, через неделю Иванова снова встретили нарушителя. Он голосовал на обочине дороги, в стельку пьяный. Татьяна Лунко, Константин Корепанов, «Комсомольская правда», Уфа.